Рада приветствовать вас на моем канале «Вкусно с Ксюшей». Сегодня мы будем готовить плов в мультиварке. Нам понадобится 700 грамм мяса, 700 грамм риса, длиннозерный пропаренный, 2 морковки, 2 луковицы, чеснок, специи и соль по вкусу, а также подсолнечное масло. Включаем мультиварку на режиме жарко, 20 минут. Нарезаем лук, пока мультиварка разогревается. В мультиварку отправляем подсолнечное масло и лук. Натираем морковь на крупной терке. Помешиваем лук и отправляем сюда морковку. Закрываем крышку мультиварки и даю прожариться 2 минутки. Периодично помешиваем. Мясо нарезаем на мелкие кусочки. Не забываем периодически помешивать. Добавляем мясо. Закрываем крышку и 10 минут у нас будет обжариваться, после чего мы добавим наши специи. Мясо немного прожарилось, пора добавить специи и соль. Режим жарки закончился, я добавила рис ровно, не перемешивая зажаркой. Сверху я добавила 400 л воды. Воду вливаем так, чтобы она не перемешивала рис с зажаркой. Еще немного солим и добавляем чеснок. Выбираем режим плова на 1 час. Плов готов. Убираем чеснок. И перемешиваем. Рис получился рассыпчатый и очень ароматный. Украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного всем аппетита! Если вам понравилось это блюдо, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал «Вкусно с Ксюшей».